Эрик, добрый вечер. Добрый вечер. Как настроение? Настроение хорошее. Бомбовое. Да. Самый суеверный из всех капитанов. Да, но мы выиграли. Между прочим, она фотографировала. А когда Ира нас фотографирует, мы всегда либо проигрываем, либо играем ничью. То есть мы еще не выигрывали. Поэтому сегодня, когда я узнал, что Ира будет нас фотографировать, я попросил поменять фотографа перед игрой. Рассказывай про сегодняшнюю игру. Если честно, играли, на мой взгляд, ужасно. Потому что опять валидольная концовка. Непонятно, почему мы ее сами себе привезли. Уже какая игра подряд, да? Какая игра подряд, ну, победа есть победа все-таки, какой бы она ни была. Но расстраивает, что много не получалось, хотя по игре были моменты, когда должны были давно заканчивать игру и с более крупным счетом выигрывать. Как соперник? Соперник хорошая команда, пацаны борются в середине таблицы, то есть навязывают борьбу, команда хорошая. Ну, я считаю, что результат закономерен. Как судейство? Со всеми моментами согласен. Я согласен. Были, конечно, маленькие эпизоды, но они на результат не повлияли, поэтому судейство считаю удовлетворительным. Доволен своим забитым голей? Был хороший, правда. Буду пересматривать всю неделю его. Такое нельзя было отменять, да? Нельзя, конечно. Я бы его просто закончил после этого карьеру. С победой, Эрик, удачи. Спасибо.